Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании Xiaomi. Данный комплект подходит на цоколь HB4 5000 кельвинов серия Light Pro Slim. Вот такой вот коробочке это все поставляется, фирменной. Давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте. Здесь у нас гарантийный талон оригинальный. Гарантия при покупке на комплект составляет 1 год. Лампы ксеноновые, лампы 2 штучки, как я уже сказал, на цоколь HB4 5000 кельвинов. Они идут в защитном, вот таком вот, с защитными колпачками, колбами для транспортировки. То есть при установке их надо будет снять и подключить с помощью вот данных вот коннекторов таких вот. Так, это раз. Далее идут сами блоки розжига. Блоки розжига, как я уже сказал в названии, это Slim. То есть они тоненькие. Рассчитаны блоки розжига на напряжение 9,16 вольт. Рабочее напряжение идет 13,2 вольта. Ну, в принципе, сам идет блок 35-ваттный. Включается точно так с помощью вот таких вот коннекторов. Блок идет полностью герметично заклеен, пыль и влага защищен. Второй абсолютно одинаковый такой же блок. Ну и также имеется двухсторонний скотч для того, чтобы можно было закрепить блоки в подкапотном пространстве. Сейчас мы подключим одну из ламп. Так. Подключается это все очень легко. Разъем в разъем. Перепутать будет сложно. Ну и сюда подается питание. Питание будем подавать 12 вольт. У нас подключено уже оно. Вот, видим. Так, сначала минус подключаем. Плюс. Вот наша лампа уже включилась. Включить полностью пока свет. Лампа довольно-таки очень яркого свечения. Свет очень яркий. То есть при установке в фару обязательно надо будет корректировать фару для того, чтобы не слепить встречные автомобили. То есть вот такое вот свечение. Температура 5000 кельвинов. Это чисто белый свет, без каких-либо оттенков. Гарантия на комплект год. Более подробные характеристики и стоимость по комплекту вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.